Вокруг совсем живность пропала, словно кто-то все съел. Поймаю-ка я этого странного муравья, хоть им пропитаюсь. Но пиздец, что это за гигантский муравей такой? Мир ебанулся, или эти людишки в своей лаборатории совсем поехали? Ахахахах, ну что, коршун, думал съесть меня? Иди расскажи этим кожаным ублюдкам, что скоро наступит Армагеддица. На кстати, поешь, а то голодный небось. Мы будем очищать землю от кожаных ублюдков, а птиц и нормальных существ не тронем. Андрюша, Андрюша, расскажи всем, кому можешь. Да отвали ты, пойду солнышко на турничках покручу лучше, чем слушать неразумных коршунов.